Что такое ролевые игры? Ну, красивые девки, движуха. Эмоции? Мне нравится бренд «Красивые девки». Отлично. Левые игры? Это же творчество, все давно решили. Искусство! И, по сути, любая ролевая игра – это есть лишь тренировка для того, чтобы в будущем совершать настоящие жизненные подвиги. И об этом необходимо помнить всегда.